Добрый вечер. Этой ночью в Латвии еще сохранится влияние области повышенного давления. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Минимальная температура воздуха в Курземе 0-4 градуса, на остальной территории -3-5. Днем облачности станет больше, но осадки при этом не ожидаются. Ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха в Курземе +4-8 градусов, в Латгалии и Видземе +5-8, в Земгале до +9. В Риге этой ночью малооблачная погода, без осадков. Столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем в столице облачно с прояснениями, воздух прогреется до +8 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. У меня о погоде все. До свидания.